Международная встреча представителей государств-членов Арктического совета и стран-наблюдателей Арктического совета, а также представителей зарубежной научной общественности пройдет в Нарьян-Маре с 5 по 7 августа. Организационные моменты проведения международного форума обсудили на очередной планерке у губернатора. На мероприятие прибудет много гостей. В их числе полномочные послы иностранных государств Российской Федерации, представители президента России и правительства. Также участниками встречи станут представители мировой научной общественности из Финляндии, Канады, Дании, Норвегии, Швеции, Китая и других стран. Кроме того, участие в форуме подтвердили несколько губернаторов северных субъектов России. Так, в столицу округа приедут в Рио губернатора Мурманской области, губернатор Архангельской области, в Рио главы республики Коми и губернатор Ямало-Ненецкого округа. Для гостей готовят насыщенную программу, в которую входит посещение объектов Варандейского нефтяного отгрузочного терминала и платформы «Приразломная». Кроме того, участники встречи могут познакомиться с жизнью региона в культурно-деловом центре. Создается выставочный комплекс, который будет включать в себя все стороны арктической жизни. Комплекс состоит порядка из 20 выставок различной направленности, начиная от литературы и нормативно-правовых актов на языках коренных народов Севера до выставочных экспозиций крупнейших недропользователей и промышленных объединений с макетами и вплоть до макетов беспилотных летательных аппаратов, которые будут применяться в Арктике. У нас здесь все готово, отрабатываем и с Минрегионразвития, и с Советом Безопасности. Также в рамках встречи пройдет международная конференция «Актуальные проблемы устойчивого развития и обеспечения безопасности в Арктике». Участники обсудят вопросы обеспечения безопасности национальных информационных структур, тенденции развития и особенности государственной поддержки коренных народов Севера, обеспечения безопасного освоения богатств Арктики, а также возможности использования Северного морского пути для перевалки грузов.